Это, короче, прямое включение. Да, ты меня покажи, меня покажи. Прямое, да никого там нет. Ну хорошо, хорошо, так и быть. В общем, здрасте, ёпты. Ярдера. Да. Я полностью согласен, ты молодец. Необычное такое приветствие, да. В общем, Евгений, что мы с тобой сегодня будем записывать? Мы сегодня будем записывать импровизацию в Майнкрафте! Ах, как давно я не было! Где-то 3-4, а то и 5 месяцев! Мы решили то, что стоит еще разочек попробовать, вдруг вам понравится. Поэтому, ребят, влепите огромнейший палец вверх прямо сейчас на вот эту серию и на серию Евгения. Давайте наберем как можно больше лайков и мы обещаем! Мы же обещаем! Мы же обещаем то, что мы выпустим еще одну серию! Поэтому лайкусик! Пипусик, и также не забудьте посмотреть ролик Евгения, потому что у него эксклюзивный материал, которого у меня нет. Да, мы там издевались, смотрите. А сейчас мы будем с тобой приступать. Одевай свою вот эту балалайку. Балалайка, это наушники. Ну шо, ты уже ничего не слышишь? Я спрашиваю, ничего уже не слышишь или слышишь? Отвечай. Слышишь? Зашибись, он глухонемой. Можешь приступать, приступай. Я уже могу играть, да? Можешь играть, в общем. Жди. Заходи в свою халупу, в доме. Направо. Да, в дом. Я это понял. Твой дом. Дом твой, понимаешь? Это дверь открывать. Да, естественно. Конечно. Не открывать? Ну, если есть дверь перед тобой, не нужно открывать. Как хочешь. Я понял. Можешь ночевать на пороге. Не, можешь развернуться и там. Да повернуться обратно? Можешь там, как хочешь. В смысле, я не понял. Это твой дом. Твой дом. Твой дом. Твой. Дом твой, твой. Это мой дом. Да. Ну так нахрена ты будешь спать возле двери, если можешь. Это моя хата, я сюда захожу. Ну, батя в здании. Батя в здании! Мне уже что-то другое послышалось. Я угадал? Я батя в здании! Нет. А? Ну ты смейся, смейся, скоро YouTube закроют и будут смеяться. Пятерочки на кассе! Я тоже буду ржать, когда на работе буду работать. Будем, да, когда YouTube закроют. Каналы выпилят и будем работать. Пятерочки будем ржать вместе. Все, прекрати. Смехуёчки, Джон? Не надо. Нет! Нет смехуёчки! Нельзя! Хорошо. Садись на диван. Рап! 180 градусов. У меня нужно переставить елку. Нет, садись. А, повернуться нужно. Я понял. Телевизор, нифига себе телевизор. Я к тебе в гости пришел, я твой друг. Садись. Мне садиться? Естественно. Я смотрю телевизор. Еще пока нет, еще пока нет. Там Эдисона показывают. Я твой друг. Как он писюн показывал? Я ничего не показывал. Нет? Я твой друг. Я работаю. Я твой друг. Друг. Ты меня уволил. Друг. А, друг? Друг, да. А, ну нормально. Я твой друг. Хорошо. Я пришел к тебе в гости. Типа, жопа, здорово. Я пришел в гости. Я пришел в гости к тебе. А, ты пришел ко мне в гости. А, здорово, здорово. Сюда. Ну, и мы смотрим, как ты показывал писюн. Новогоднее настроение у нас сейчас должно быть. Новогоднее, праздник, понимаете? Праздник нам приходит, приходит, праздник нам приходит. А ра-та-та-та, праздник, Новый год. Он говорит, я не понимаю. Снежинки, Дед Мороз летает, олень, Рудольф, понимаешь? Что? Ну... Новый год. Воображение. Новый год. Три. Офигенно! Три. 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 Четыре. Четыре. Нет. Три. Один. Три. Четыре. Если бы я показывал четыре, я показал так. Это три. Три. И один. Один. Плюс. 31. 31. А что, 31-го? Новый год. А, Новый год. Новый год. А, у нас Новый год. Новогодние передачи. Снежинки, да. Какая традиция, что мы смотрим всегда Новый год? Новый год, один хорошо. Дома, один дома. Все знают. Я люблю все, Новый год, все, да. Кто знает, что такое один дома, ставьте лайкусик. Один дома. Одно правило. Один дома. Одно. Один дома. Один дом. Один дома. Один дома. Дом. Дома. Я один дома. А, там один дома. Один дома. А, я понял. Ну ты такой, я, короче, хочу смотреть один дома, а ты такой... Слышь ты, какой один дома? Star Wars новый, Звездные войны новые вышли, какие один если дома? Если ты что-то говоришь мне, я ничего не понял. Я такой, давай, я просто дома. Не понимаю. А он Звездные ты войны, говоришь, какие им? Звездные они, войны? Я не понимаю. Мы с тобой, короче, побились. Да. Я с тобой абсолютно согласен. Сейчас фингал поставлю. Ты меня побьешь? Сейчас побью. За что? Сейчас побью, отвечаю. Сейчас побью.
Не будем мы смотреть один дома. Ты говорил, ты мой друг. Не будем. Друзья не дерутся. Значит, один дома давай смотреть. Они тоже твои друзья, я понимаю. Стоп. Мы будем смотреть один дома. Хорошо? Эй, записываем ролик. Какой ролик? Это телевизор! А, телевизор, один дома! Ролик? Да, да. Но ты, я хочу смотреть один дома. А, ты хочешь смотреть один дома? А ты нет! А я не хочу! Нет! Ты сразу «Звездные войны» хочешь смотреть! Нет! Я хочу! Ты хочешь «Звездные войны»! Ладно, не хочу! Ты хочешь! Я хочу! Типа, я хочу один дома, а ты не хочешь! Ну я не хочу смотреть один дома! Да, ты хочешь смотреть «Звездные войны»! А ты хочешь! Я не хочу, я хочу, а ты хочешь «Звездные войны» смотреть. Ты хочешь, а я не хочу. Тон-тон-тон, тон-тон, тон-тон. Мы будем смотреть. Понимаешь, смотри. Писюн встал. Это меч, это меч лазерный, понимаешь? Писька встала, пал-пал-пал. Не писька, а меч лазерный. Чё? Меч лазерный. А ты хочешь смотреть? А, я хочу смотреть, как ты показывал писюн! Я ничего не показывал. Не, я не хочу! Я не хочу! Я джедай! Звездные войны, джедай! Звездные войны! Ты хочешь смотреть Звездные войны! А я хочу смотреть Звездные войны! Какие Звездные войны, мать твою? Какие, мать твою, Звездные войны? Один дома буду смотреть! Почему ты меня побьешь? Да потому что ты хочешь Звездные войны смотреть! Вообще охренел, да? Никакие Звездные войны! Что? Будем смотреть один дома. Ладно, окей, давай будем смотреть один дома. Как-то быстро без его... Без проблем! Так, подожди, а где кот твой? Чё-то я перешёл, всегда к тебе домой прохожу, кот бегает. Как его там Зидан, да? Голова кружится! А сейчас его почему-то нет. А кот твой где, кстати? Кого? Кот. Кто? Кот. Кто? Кот. Что это значит? Кот. Где твой кот? Кот. Башка чешется. Кот. Кот. Кот твой где? Волос надо уложить. Это естественно. Кот твой где? Ты вспотел. Кот. Ну. Кот. Кто? Три буквы. Кот. Кот. Дождь. Да, хорошо, идем сюда, идем сюда. Я не понимаю, что ты хочешь. Игрушки. Армада 2. Игрушки. 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 Кого? Звездные войны. Нет. Игрушки. Кого? Чьи это? Чьи игрушки? Игрушки. Мои? Нет. Твои? Нет. Чьи? Мои эти игрушки не мои. Да, это не твои. Но чьи? Да? Еще раз. Что? Еще раз. Что? Мяу! Бау! Мяу! Мяу! Вот! Мяу! Кот! Кот! Твой! Это игрушки моего кота! Да! Ёперный зятый! А где он? Вот он дебил, а зачем мой Армада 2? Да ты ему купил, я не знаю, какой хозяин такой. Где он? Кот, где кот? Это кот! Нет, это игрушка, это игрушка, это не кот. Умер кот! Нет, это игрушка. Это игрушка? Да, а где кот? Где мой кот? Я пошёл искать кота! Давай, давай. Я ищу кота. Багет! Багет? Это багет! Ты что, ты француз? Зарезали кота! Кота на багет покрошили! Да не. Ты француз? Какой багет? Это кровь! Багет! Да мне интересно сначала, оставь своего кота! Какой багет, Джек? Ты что, дебил? Зачем дома в корзине багет? Я не понимаю. Ла багет де ла Франса! Ужас, прорастёл, кота нет дома! Кровь везде, багеты лежат! А зачем тебе багеты дома? Зачем? А, зачем тут багеты? Да. Я не знаю. Ты что, их... Я люблю багеты! Ты любишь багеты? Я багеты ем. Они же... Ты не любишь багеты? Нет. Нет, не любишь багеты? Нет, я не... Багеты классные. А ну, покушай их. На, а ну, попробуй. Мне покушать багеты? Да. Я не хочу их есть сейчас, я сытый. Ну попробуй хотя бы, ну мне кажется, что они вкусные. Мне сломать багеты? Нет, в рот засунуть. Ча! Так? Нет. Нет багета, все. Нет, надо было в рот засунуть багеты. Я тут ничего сосать не буду. Какие сосать есть багеты? Ты хлеб сосёшь или ешь? Я не хотел есть. А в рот хотел засунуть их? Я багеты классные, но я их не хотел есть. А в рот просто засунуть багеты. Просто красивенькие были. Я, наверное, вставлять не буду. Все, багетов нет, забудь про них, забудь. Хорошо, забудь. Я это вырежу. Таблетки у тебя, а любишь закидывать? А что за таблетки? Антидепрессанты или что? Я не могу понять. Закидываешься даже? Да. Я не знал вот это. А что? Плохо дело. А что такое? Да. Печаль, тоска, беда. Багетов больше нет. Багетов нет, зато таблетки есть. Капец.
А таблетки? Таблетки! Нажрусь таблетками! Что, нарколыга? И умру! Наркоман? Я не понимаю. А что это? А что делать? Багетов нету? Любишь, да, вот это, закидываться. Закидываться любишь, да? Таблетки. Таблетки жрать не буду, спасибо. Таблетки. Я не хочу. Да, но я понял. Жека, я не хочу, это не ко мне. Это не... Я не буду, нет. Мне не предлагай, Жека, я даже не буду. Я не буду жрать там. Таблеток нету, пропали таблетки. Я тоже не буду, я тоже не буду. Так. А кот мой где? Да вот я тоже пришел к тебе в гости, где кот? Кот сожрал таблетки. Да? Не знаю. А где кот? Кот, где? Надо кота искать! Где кот? Кот! Кот! Куда я знаю, где кот? Кот! 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 Кот от сейфа! Кот от сейфа быстро мне дал! Какой кот от сейфа? Давай! Кота нету! А кот от сейфа есть? Кого? Код. От? Код от сейфа. Отави! Баблишко где твое? Баблишко, мани. Динейру! Динейру, динейру! Хорошо, это мы на потом оставим. Я понял, стоп. Нужно сразиться. Хорошо. Кот где? Кровать. Кот. Кровь, меч. Я не понимаю, где кот. Умираю. Ты купил... Кот откинулся. От Звездных войн лазерный меч себе купил. Типа, А, джедаи, мечи. Ты себе купил джедайский меч? Я кота убил! А ты себе купил джедайский? Когда? Ты мне даже не говорил, то, что Эдисон у меня... Это не джедайский меч! Не? А чё нет? Самурайский! А, это самурайский? А? Это самурайский? Я самурай, да. Я думал джедай. Я не понял. Это вообще лох, оказывается. Я думал, друг... Что происходит? Я не понимаю! У меня друг... Какой кот? Какие звездные войны? Чё за хрень? Какие таблетки? Какие багеты? Ёб твою мать! Лабагета де ла Франса! Я пришел к тебе. Что ты говоришь? Я в гости пришел посмотреть один дома. Ты мне начал втирать. Давай Звездные войны. Не хочу! Не хочу я Звездные войны! Опять драться хочешь! Пришел погладить кота, а кота нет! Какие-то багеты мне втирает! Какие-то таблетки мне втирает! Ты что, ему смотреть фильм, то драться! У меня друг наркоманом стал! Драться хочешь! Друг наркоманом стал! Все понятно, кота сожрал, один дома не хочет смотреть, хоть Звездные войны паршивые смотреть. Все, шапку нахрен! Да тебя нахрен диспансер нужно, в дурку сдать, как я вижу, Жека. Как друга просрал просто, друга просрал, просрал друга. Я не понимаю, просрал никогда. Друга, друг снаркоманился. Ну спокойно, спокойно, спокойно. Мы посмотрим один так, дома. Хорошо, хорошо, хорошо. Я как бы ничего не хотел, но тут дурка. Тут дурка уже обеспечена, понимаешь? Обеспечена дурка. Поэтому руки связывай руки в дурку. Тиби, тиби, в дурку. Тебе там будет хорошо, хорошо, в дурку. Поехали, давай, в дурочку. Куда ты мне? В дурку. Я с тобой не пойду. Мне тут нравится. Мне тут багеты. У меня тут багеты. Турку, да, и там тоже багеты, там и Гитлер будет. Все хорошо. Все хорошо. Поехали. Я не хочу, мне страшно. Турку. Я не хочу. Турку пошли. Давай турку. Я не пойду никуда. Там тоже хорошо будет. Куда мне? Там хорошо. Телефон! Все, iPhone 10 падает, забил. Что происходит? Ты меня обидел. Сними наушники, Жека, с тобой все хорошо, сними наушники. С тобой все хорошо. Снимать? Да. Ты уверен? Да. С тобой все хорошо, Жека. Я уверен, мы тебя вылечим, Жека. С тобой все хорошо. Ты уверен, в дурке тебе тоже нормально будет? Нет. Да нормально будет. Ты смысл? Я извиняюсь, что я друга потерял, друг снаркоманился, я не хотел. В дурке тебе нормально. Нормально, сидел, слушал музыку, бах, открываю, снимаю наушники, я снаркоманился. Да, ты спокойно, Жек, сиди, не буянь, все будет хорошо. Сейчас серию закончим и поедем. Стоп, подожди, это же не я этот наркоманский сюжет придумал, правильно? В дурку поедем, все будет спокойно. Ребят, вот вы теперь знаете, кто у нас настоящий психопат. Да, все так, все как у тебя там в голове, так и есть, хорошо. В общем, я предлагаю на этом закончить, Евгений, наш новогоднюю импровизацию, да? Я думал, что я над тобой в своей серии издевался, но я беру свои слова обратно. Да, хорошо. Ты заткнил просто. Ребят, ставьте лайкусики на мой видос и на видос Жеки. Если набираем много лайков, то обещаем то, что будет продолжение импровизации. Прям точно. Вылечим Жеку до следующей серии, все будет чики-пуки. И также у Жеки на канале смотрите видосик. Да, там, да. Где он тоже надо мной издевался, якобы издевался. Ты надо мной издевался там? Да. Издевался, вот да. Естественно. Видите, как хорошие мы друзья. Да, мы так друг на друга мы издеваемся. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, а мы поехали. Да.
А мы в дурочку. Пошли в дурку. Ура! Ура! Там все нормально. До свидания! Я Дебил.